Ровно неделя осталась до праздника настоящих мужчин, который называется День защитника Отечества. Телекомпания НТС «Ирбит» приглашает вас принять участие в конкурсе «Мужские забавы». Сделайте фотографию, на которой вы запечатлены за своим любимым занятием. Напишите о своем увлечении и загрузите фото в нашу группу в социальной сети ВКонтакте. Победителей ждут подарки от спонсоров. И у нас уже есть претенденты на победу. Наши конкурсанты увлекаются рыбалкой, ремонтом автомобилей, делают поделки из металла и даже вышивают. Вот такие интересные и необычные хобби бывают у мужчин. Еще есть время принять участие в конкурсе. Успевайте до 23 февраля. Итоги озвучим после праздников 25 февраля. Фотоконкурс «Мужские забавы». Напиши историю о своем увлечении, сделай фото. Отправь фото с историей в группу телеканала НТС «Ирбит» в соцсети ВКонтакте и получай призы от спонсоров. Магазин «Главный», отдел «Канцтовары», салон красоты «Сити Стайл», строительный магазин «Монолит». «Мужские забавы». Получи подарок за интересную историю.